Ежегодно в специальном управлении ФПС номер 79 МЧС России проводится конкурс названия «Лучший газодымозащитник» и Кубка Дегтярева Владимира Владимировича, который является основоположником газодымозащитной службы России. В конкурсе участники соревнований отработали теоретическую часть, где решали тест, содержащий 20 вопросов на предмет наличия знаний материальной части, правил охраны труда и правил проведения личным составом аварийно-спасательных работ, а также историю создания газодымозащитной службы России. И практическую часть – завязывали узлы за конструкцию на пострадавшего и преодолевали силовую полосу препятствий. Специалисты газодымозащитной службы, участвующие в соревнованиях, это профессионалы, которые выполняют задачи в непригодной для дыхания среде. Пожарные показали всю свою слаженность, силу, ловкость и быстроту, которые в дальнейшем помогают четко выполнять свои служебные обязанности. Смотр-конкурс проводился среди трех подразделений – номер 1, 2 и 3 – специализированных пожарно-спасательных частей Вилючинска. По итогам соревнований лучшим газодымозащитником стал Владислав Потапенко, СПСЧ номер 3. Второе место – Константин Князев, СПСЧ номер 2. Третье место – Виталий Великолук, СПСЧ номер 3. Газодымозащитники – огнеборцы, которые по праву считаются группой специального назначения, ведь работают в самом эпицентре огненной стихии. Поздравляем победителей, и пусть удача сопутствует во всем.